Привет, друзья, это я. Погода мерзопакостная, противная. Льет как из ведра. Просто и просвета не видно. А я сегодня хотела прогуляться. Ну, видимо, не судьба. А пришлось выехать из-за того, что пришла. Я тогда говорила в видео, что я давно очень много в свое время заказывала с Алиэкспресс посылок. Много. От одежды, канцелярии, даже медицины. В общем, много-много-много. Потом у меня было затишье, и сейчас я опять заказала. Сейчас я в Магнит забегу, оттуда на почту. Дома вам покажу, что мне пришло. Я буду периодически заказывать теперь с Али. Всяко-разно. Ну и, соответственно, вам показывать. Вот, поэтому сегодня сделаю распаковку товаров там косметических с Алиэкспресс. Вот, так что смотрите, может, кому-то будет интересно, если что, то, да. Вот. Так что сегодня распаковочка будет, да, с Али. Но я надеюсь, он все-таки кончится, дортик-то, хотя не факт, да. Кошмар, затянуло хорошо, так прям, знаете, прям от души. Я опять не поняла, увидели вы что или нет. В общем, полный дождик. Все, за картофаном и на почту. И дома вам покажу распаковку. Села в машину и забрала ее посылку. Ну, эта часть, оказывается, пришла. Я думала, придется кучка. В плане кучка пришла вот часть. Но здесь несколько товаров. Еще остальное идет. Ну как у нас, да, так. Заказываешь в один день, а получаешь полгода. Сейчас потяну ложку. Сделаю пока вам вот это, покажу, что пришло. Остальное потом придет. В пути где-то застряло. Как всегда у меня все застревает, где не надо. Вот, да. Купили картошку. В магазине, как всегда, я опять попала. Написана акция. Там на сосиски, на что-то. 1+1 везде. Я считаю, что это не скидка, прям скидка, а это реальная цена товара. Просто если она без вот этого 1+1 или без акции, то это уже накрутка там чего-то. Но на кассе выяснилось, что акция — это не акция, это не прошло. Ну и я не стала, конечно, возвращать. Если товар нужен, то и в любом случае его купишь. Я же не буду ездить по всей Москве и искать, где подешевле. На один бензин разоришься. Поэтому нет, если надо, то берешь в любом случае. Вот сейчас за хлебушком и домой. Покажу вам все. Надеюсь, дождик кончится все-таки. Ну что это? Ну это даже не уже не серьезно, честное слово. Гулять-то надо. Правильно. Правильно. Всем хорошего настроения. Дождик скоро закончится. Будет солнышко. Все будет хорошо.